Всем зрителям, подписчикам привет. Собираем теплицу арочная 2х5. Пока приехали, расположились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, закрепили его к основанию. Все по уровню, все ровненько. Сейчас будем крыть теплицу поликом. Кончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочную 2х5. Цельная дверь с одного торца у нас установлена. Форточка торцевая с другой стороны. Сразу смотрим резиновый торцевой уплотнитель. Узнаваемость. Каркас из трубы сделан 20 на 20. Покраска полимера порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Есть коньковая фрамуга на ручке. Есть брус 100 на 100 пропитанный и закрепленный. И есть поликарбонат 4 мм, торцы которого запрятаны в торцевой профиль. Вот такая компактная, отличная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!